Всем привет, друзья! С вами я, Клара 31, и это 68-й, или какой-то выпуск моего города в Майнкрафте. Сегодняшнее обновление у нас типография. Типография — это такое место, где печатают газеты, журналы, программки, афиши из рекламы, все такое. Короче, в общем, строилась капля, естественно, потом я решил перекрасить в желтый цвет. Полос внизу зеленого цвета, из зеленого бетона. Сделал на входе поставил черные стекла, хотя везде поставил черные стекла. И оборудовал, сделал вот такое вот крыльцо. Вот так вот получилось. Офигительно. Давайте посетим. Так, здесь у нас человек, который пропускает, здесь типа охранник, пропускает тех, кто идет на работу. Тут у нас какой-то архив, то есть здесь хранятся экземпляры старых выпусков газет, журналов и так далее. Здесь тоже хранятся архивы. Так вот, мы видим эту трехэтажку российскую, интернет-кафе Пиксель и хрущевку, и на заднем фоне ферму. Ага, тут у нас станок, где у нас проводится печать и сборка этих новых свежих номеров газет и журналов. То есть там печатают, добавляется реклама и все такое. Здесь то же самое же, естественно. Тем более, и, в общем, как бы все собирают и отправляют. Все собирают. Складывают сюда, естественно. Соответственно, туда. А потом приезжает грузовик, доставляет уже по почте, естественно, в отдельную почту. Почтовые отделения, в киоски, супермаркеты, магазины, где продают эту прессу. Вот так вот получилось, такая вот получилась типография. И даже я извиняюсь за нестыковку в прошлом выпуске, потому что у меня была ошибка. Просто я не дочитал. У меня произошел недочет в количестве населения, набранное после постройки 20-квартирных жилых домов и постройки пятиэтажек с желтой лентой на крыше. И я готов представить новое количество населения. Теперь у нас в городе проживает 23 478 человек. Ну, пока что, друзья, извиняюсь за ошибку, которая произошла в прошлом выпуске. Тем более, роковая получилась. Но зато я исправил все это на отлично. Пришлось подсчитывать, естественно. То есть я взял просто количество населения, набрано за февраль, плюс еще сложил, плюс еще 4 живых дома 20 квартирных и плюс еще 4 живых пятиэтажек с желтой лентой на крыше. Как это так уж? Ладно, друзья, на сегодня пока что все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите идеи. И на этом наш выпуск про город в Майнкрафте завершается. Покедова.